чехиртма, грузинский суп, который традиционно готовят на курином бульоне без овощей, но с двумя заправками. Яичный и мучной, получается густой, вкусный суп. Смотрите, как приготовить. Для приготовления этого грузинского супа нужна кукурузная мука, а не пшеничная. Для яичной заправки используйте только желтки, а не целые яйца. Тогда суп будет нежнее. Чехиртму подают порционно. Сначала кладут кусочки мяса, потом наливают суп и добавляют нарезанную кинзу и мяту, свежую или сушеную. Именно эта пряная зелень придает супу нужный вкус. Подают суп без сметаны, он и так уже густой и ароматный. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Курицу, примерно половину курицы или цыпленка, залейте 1,5 л водой, доведите до кипения, снимая пену, бульон посолите по вкусу и варите курицу до готовности, затем выложите курицу на тарелку. Репчатый лук почистите, промойте, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде в небольшом количестве сливочного масла, затем мучную заправку вылейте в кастрюлю с бульоном, взбейте венчиком, чтобы не было комков. Отдельно взбейте яичные желтки с соком лимона или с белым винным уксусом в течение 2 минут. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Бульон доведите до кипения, затем добавьте мелко нарезанную кинзу и мяту, толченый чеснок, красный перец и яичную заправку. Добавляя яичную заправку, перемешивайте суп, чтобы не образовались хлопья, затем сразу же снимите суп с огня. Дайте супу немного настояться и подавайте горячим. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Вот из чего готовим блюдо. Курица, 800 грамм. Лук репчатый, 1 штука. Мюка кукурузная, 2 столовые ложки. Яичный желток, 4 штуки. Лимонный сок, 2 столовые ложки. Масло сливочное, 25 грамм. Кинза свежая, 20 грамм. Мята сушеная, 1 щепотка. Чеснок, 2 зубчика. Перец красный молотый, по вкусу. Соль, по вкусу. Количество порций, 4. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. До встречи на канале!